Итак, мы сегодня находимся вместе за деревней Потеряевка. И тут что-то происходит. Надо это выяснить, что здесь происходит. Как видно, работа проделана огромная. И чем-то люди заняты. Все они заняты, и даже спросить как бы некого, чем же они занимаются. С лопатами. Батюшка, техника стоит. Много людей, более десятка занимается работой. Вот все усердно работают. Вот, видимо, уже кончается их предприятие. Делаем съемки. Они идут. Вот тут они заканчивают уже. Как бы узнать нам, что здесь происходит. У кого спросить? У кого бы это спросить? Скажите, пожалуйста, вы можете прокомментировать, что здесь происходит в данный момент? Ну, в данный момент вы видите, здесь происходит спецоперация по спасению озера, которое называется «Второй мостик». Операция носит кодовое название «Ручеек». В 2016 году вода в данном озере была на критически низкой отметке. Значит, в конце календарной зимы местными ребятами, проезжающими по плотине данного озера, было замечено высокое поднятие льда на данном озере, значит, что вызвало немалую обеспокоенность среди местного населения, поскольку данное озеро является родниковым. Значит, достигнув договоренности по спасению озера, от весеннего паводка посредством создания траншеи по данному обходному каналу для прохождения воды в озеро «Первый мостик», для того, чтобы не размыло плотину. Значит, 2 марта 2017 года, 8 марта 2017 года опытным мореплавателем была произведена разведка фарватера в данном канале, в данном обводном канале озера. Вот, значит, 10 часов утра 9 марта 2017 года была отправлена группа среднего реагирования в составе 3 снегоходов, значит, в количестве 10 человек на данный объект. Операцию по спасению озера возглавил местный святой отец Яким Лапкин. Значит, по прибытию на место опытный геолого-разведыватель Плотников Владимир Устинович произвел разведку точным, высокоточным оборудованием, которое являлось арматурой 2,5 метров, по нахождению в данном фарватере самой низкой точки дна. По средним оценкам специалистов, данная траншея составляет где-то около 300 метров глубиной до 2 метров. Снег, количество выброшенного снега объемом более 500 кубических метров. Вот примерно так. По вашим расчетам, какая вероятность сохранения данных водоемов? Значит, средняя оценка спасения озера, данного озера, вот, составляет 63%. 63,043%, что является неплохим показателем в данной ситуации. Благодарим вас. Пожелаем успеха в работе, восстановлении данного озера. Всего доброго. Мы находимся в поле за Потеряевкой. Проделаем некую работу эпическую. Вот так она выглядит. Вот ров, прокопанный уже братьями с деревни. Вот так он выглядит. Вот сколько работы было сделано. Настоящая траншея. Не более того. Вот так вот. Работаем в парах. Один с лопатой штыковой, другой совковой. Один раскалывает, другой выбрасывает. И так потихоньку. Работа идет. О, тут, если упасть, так можно сломать себе что-то. И туда надо еще добраться. Всего ничего. Ну, кто-то еще идет там. А кто там идет вдалеке?
Не разобрать. Вроде как женщина даже. Ну хорошо. Еще помощь будет. Ну, слава Христу. Закончим пока. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.